города Севастополя Немцеву Владимиру Владимировичу. Погибших в специальной военной операции. Важное мероприятие. Вечная память погибшим воинам, черноморцам. Могло нашему народу победить в Великой Отечественной войне фашизм. Я думаю... Если Бог хочет наказать, он лишает человека разума. Европа, Америка, весь цивилизованный мир, по сути, лишен разума. Потому что то, что они делают, те шаги, которые они делают, отходя от Бога, от веры, от нравственности, от человеческих ценностей. Тяжело было отпускать, но пришлось.